Бля, ну это инта, что за ёбаный пиздец? Какая тут свинья живет? Логово свинины, блядь. Ну что ж, я всех приветствую, дорогие друзья, с вами Эрнесто. И, блядь, ВКонтакте пишут, нет. Блять, перезвоню. Так, да, я снимаю, ребят, подождите. Так, вот я приехал смотреть времяночку, значит. Так, шикарно. Так, сейчас, сколько уплачено? Сколько оплачено, давай. Только честно. Сколько оплачено, давай, скажи мне. Окей. 300 отдаю. Вот даешь. 300 отдашь. 300 отдашь. Давайте поторгуемся немножечко с ним. 320. 310. 310 отдаешь. Блять, смотрите, какой настырный, ёпта. Бля, ну это инта. Что за ёбаный... Пиздец, какая тут свинья живет. Логово свинины, блядь. Чё, стой. Если по X4, то там только 240. И что ты предлагаешь? И что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь мне? Ну, после продажи давай накину, блядь. Сейчас он захочет меня наебать, наверное. Ну, как бы ЛП пишу, тут все дела. Блин, чувак, ну ты даешь. Как так можно обламывать? Ну, давай, ну, блин, ну не ломайся. Да. Алло, давай. Такой мини-пиарчик. Ха-ха, пошел канал смотреть, чувачок. Ну, будет неплохо, если у меня продаст времянку. Так, давай. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Не торопитесь. Че я сказал, блядь? Короче, ребят, он посмотрел мой канал, сказал норм, 2к подписчиков, все дела там. Ну, он говорит, в общем-то, его должны забанить, если он меня кинет. Ну, в любом случае, его должны забанить. Но если он меня не кинет, то я фравс, естественно, кидать не буду на форум. Так что сейчас мы, блять, едем в банк. Итак, ты в серии... Да, чувак, если ты смотришь, Джеффри Эриас, или Ариас, блядь, хуй знает. Ну, в общем-то, привет тебе. Спасибо, скажем, когда продаст дом. Ну что ж, давайте сейчас, наверное, мы едем в банк, или куда он хочет там. Или в лес сейчас меня вывезет, к хуям собачьим загрызет там. Ну ладно, едем. Так, мы приехали в банк. Ну, так, сейчас мы кинем ему на счет, да ебаный в рот. Хватит мне ВКонтакте писать, когда я снимаю, что за люди.
Так. Так, положить деньги на счет. 70к вложим. Так, теперь. Так, мои счета. На-на-на-на-на, еще раз все дела. Так, перевести деньги на другой счет. 69.09. Миха-228. Миха-228. Ну-ну-ну-ну-ну, думай быстрее. Ну, Миха, все. Все, ребят, мы ему перевели. Не знаю, чем это поможет, но... Блин, я заскринил. Ну, не заскринил, а точнее... Посмотрел время, так припугнули его, так сказать. 70к, в принципе, да блин, нормально, чё. Времянку за 300к найти в гетто это нереально, я вам скажу. Я-то за 500 не мог найти. Так что, все на мана должно быть. Надеюсь, сейчас он... Как, блин, ну как назвать? Просто у меня были такие случаи, когда я кидал деньги, и школьники просто нажимали slash Q, и все, ББ, деньги, ББ, дом. Вот такие вот дела. Но надеюсь, сейчас этот чувак нас не кинет. Надеюсь на этот... Блин, да, надеюсь. Так, все, мы подъехали к домику. Джеффри Эриас, давай. Транспорт он продает, походу, или что, я не знаю. А, нет, он уже предложил. Спасибо. Так, ну все, давай, спасибо тебе, чувак, Джеффри Эрис. Так, хом. ХЗ скоро. Так, что тут? Информация о доме. Так, не наебал. Количество оплаченных дней 29. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Стой. Ну, блин, ну, чувак. Ну, блин, ну как я буду отсюда выбираться? Ладно, чё. Я вот сейчас думаю, знаете, чё? Улучшение, да? Хотя бы поставить автоматические двери. Вот такие вот дела, да? Хотя бы их, ребят. Потому что... Ну, блин, потому что не хочу я прописывать exit перед тем, как выходить. А все остальное уже... Успеется, так сказать. Ну что ж, нам остается, ох, купить тачку, чтобы выезжать отсюда как-то. И, наверное, все. Так, только нам сейчас бежать, это будет жопа. Бежать до автосалона ЛС. А тут, случайно, ребят, нет аренды мотоциклов, как на Advance RP. Если сейчас будут, то это будет просто мне повезет. Это будет хорошо, если они сейчас есть. Потому что я не хочу бежать пешком до почти конца этого Лос-Сантоса. Ну давай же. Тут нет. А, да, ребят, сейчас мы возьмем в аренду автомобиль. Ой, автомобиль, мотоцикл. Надеюсь, он недорого там стоит. Не за косарей 20, хотя бы за косаря 3. Ну до 5 возьму, если будет до 5, потому что сейчас денег. Так, ребят. Знаете, в чем прикол? Тут, походу, нельзя, походу, это брать в аренду. Да, походу, нельзя брать в аренду, потому что они тут не... Стой! Да стой ты! О, господи, за что? Почему он такой тупой? Ну, почему? Вот, чувак, да стой ты, блядь, стой, тупая... Да кинь до автосалона, пожалуйста. Ну давай, очнись. Проснись и пой, блядь. Давай. Да кинь до автосалона, пожалуйста. Ой, открыто, заебись. Так, он вышел с АФК. Окей. Окей, ну докинь, пожалуйста, ну пожалуйста, не будь какашкой, давай. Да. Сука. Хуесосина. Блять.
хуесосина. О! Ну, вот бомжи угорают на квадроцикле. Ну ладно, чё, бежим, значит, до этого автосалона, грёбаного пешком. Вот таких вот тварей, которые не могут подвести бомжа просто. И нагло отвечает, нет, просто вот таких вот. Ух, не знаю, что с ними делать. Ну ладно, бежим. Ребята, я просто устал бежать. Но мы добежали, да. Фу. Я уж аж запутываюсь в словах. Автосалон. Автосалон. И хуль ты? И хуль ты думаешь, я столько бежал, чтобы ты не зашел? Вот, все. Так, знаете, что я хочу? Я хочу купить гангстерскую машину. Чтобы быть гангстером. И ездить на гангстерской машине. Так, Регина. Вирга какая-то. Маджестик. Мне нужна саванна. Саванна. Манана. Какая манана мне нужна? Чуваки, а где саванна? Регина. Верган, Маджестик, Кловер. Ребят, просто охеренно, охуенно просто, ребят. Походу, саванна продается не в этом автосалоне. И админы, смотрите, какие просто. Просто дружелюбные админы, которые отвечают на все ваши вопросы. Все, прошла уже минута, они до сих пор молчат, они не ответят. Да, все, шикарно. Ну что, сейчас отправимся в автосалон СФ, тогда проверим там, что ли, я не знаю. Ну что ж, ребятки, мы подъехали, значит, к автосалону СФ. И сейчас посмотрим. Кстати, вот эта машина тоже прикольная. Ну нет, я хочу такую машину, саванну. Средний класс. Ох ты ж. Ёкарный. Да, я угадал, она тут, конечно же. Бай. Так, какой? Ну, покрасим пока, наверное, в черный. Да, я хочу купить этот автомобиль. Поздравляем, вы купили ТС, она доставлена к вашему дому, отелю, гаражу, чтобы открыть, закрыть. Ну все это понятно, да. О, какая опасная админша-то. Смотрите, СМИ, думаю, поняли, все серьезно, шевелимся. Да пошла ты в очко, дура. Я добрый, я знаю. Как они ко мне, так и я к ним. Как они к игрокам, так и к ним игроки. Правильно? Правильно. Так, ну а теперь осталось одно дело. Для полного счастья мне осталось купить какой-нибудь скин. Так. Бус. Я так понял, мне придется самому искать его. Потому что я не знаю, где его там искать, как они называются там. Ну, в общем-то, сейчас поищем, поездим. Насколько я помню, здесь есть тоже магазин одежды. Так, да, вот Zip. Zip. Заходим. Ну, блядь, заходи ты, блядь, шашлык. Ну, ладно. 50 баксов. Ну, конечно, это жестоко. Так, одежду у нас выбирать тут, да? Да. Так, о, какой шикарный скин-то сразу идет. Так, о, я могу свой скин, походу, за косарь купить. Четко. Так, он уже идет за 10 косарей. Так, ребят, я, походу, выбрал расу нигеров, да? Раса нигеров. Почему я выбрал расу нигеров, если у меня ник не нигерский? А хотя не, это не имеет значения. Блин, ребят. Тут, короче... О май гад, мой скин. 100к стоит. Мне не хватает на него, ребят. Вот. Если вы сейчас дошли до этого момента, то просто возьмите и киньте мне 100к на скин. Вот обязательно, вот просто я должен его купить. Это мой законный скин, вот и все. Так, конечно, я думаю, Леон в обиде не будет. Ну, там жмотство, все дела. Но тут один такой единственный скин. У него такой же скин. Ну, будем одинаковыми нигерами. Да, я хочу купить этот скин. Так, она изменит вашу текущую... Да, хочу купить, конечно. Мне эта одежда не нужна, в принципе, ребят. Так, ну что ж, мы теперь Нига, Хасва, Амахасва, Амахасва. Да, я ем икру вместо масла, короче, пацаны.
Да, я опасен, Амахасва. Да, теперь я нигер на нигерской тачке Саванна. Ну, пока не на ней, а на каком-то говне. Но, тем не менее, она стоит около дома и ждет своего законного нигера. Так, ну что еще можно сделать? У меня осталось 45 косарей. Можно, в принципе, сейчас где-нибудь на К15, так 20 сыграть в казино. Ну, не сразу, а естественно. А может быть и сразу. Но сейчас посмотрим. Может, одну ставочку кинем и уйдем. Потому что в казино я обещал больше не ходить пока что. Ну, тем более с таким количеством денег. Так что сейчас посмотрим. Так, у нас тут стояночка. Стояночка. Сейчас бросим одну ставочку. Нигер должен затащить. Давай, бежим. Блин, тут прыгать нельзя. Говно. Вот это говно. Вот это вот просто говно. Залет. Забыл выключить эти гребаные звуки, как обычно. Ничего особенного. А потом то, что АП потребует. Так это на мана, чё. Ох, миллион, миллион, пацаны, миллион. Ха-ха, нет, спасибо. О, пацаны, на 5К играют. Да, сейчас затащим на 5К. Давай, тащись, тащись, рыбка золотая, тащись. Давай, я должен затащить. Я ж нигер. Блин. Чё за говно? Ну чё за говно? 50 тысяч. Ох, ребят, вы что-то попутали. А тут у нас свободный столик. 200 тысяч. Да что ж вы все такие мажоры-то? 30 тысяч. Не-не-не-не-не-не-не. Это не для меня. 10 тысяч. Я поставил ставку. Ой, дурак. Ладно, это последняя ставка, ребят, честно. Можешь посмотреть время. Я затащу. Да, ребят, я затащил. Мазафака. У меня 66К. А было 40, да? 45. Все, ништяк. Просто я могу назвать эту серию удачной. Просто это насыщенная удачная серия, где мы сделали столько дел. Купили скин, купили тачку, купили дом, затащили в казино немного денег. Все, что надо для счастья. Так что я думаю, эта серия заслуживает вашего лайка. Ну, естественно, вы его поставите. Да, вы должны его поставить за такую серию. Я старался. Я сделал все, что мог. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждем следующую серию. Ну давайте, ББ Нигеры. Money, 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 money